хотел бы поздравить всех жителей города с Днем Святой Екатерины и пожелать всем достичь того видения мира, того видения реальности, которое свойственно для святых. Святые видят мир преображенным, они видят его в лучах божественной славы, они видят его в красоте. И когда мы приходим в прекрасные храмы, видим прекрасные иконы, участвуем в литургии, мы напитываемся этой красотой, и выходя из храма, мы видим весь мир прекрасным, мы видим его в славе Божией, в красоте. И я хотел бы пожелать всем, чтобы мы приближались и стремились к тому видению, к тому взгляду на мир, который присущ святым и святой Екатерине, и чтобы мы видели всю нашу жизнь в ее мельчайших подробностях, в ее красоте, как явление славы Божией, и тогда наша жизнь преобразится, и мы будем двигаться к той цели, которая уготована всем нам Господом.